Итак, снова здорово, снова Тимон, снова Эпик, снова Resident Evil Revelations 2, город. Краткость, сестра таланта и смерти. У меня первые несколько секунд подвисает, всем привет еще. Ну это призагрузка. Это что такое висит в воздухе? Где висит в воздухе? Педро, блин. Вон в воздухе висит. Это закрывает туманом, подожди. We should wait for dawn. By dawn, we might all end up like Pedro. Да, нельзя здесь оставаться долго. Да, в этой главе будут эти сбиватели, короче, чертовы. Вот сейчас они прям появятся, вот прям вот здесь, короче. Вот мы сейчас вышли сюда в город, и они здесь будут. Это печально. Ну, тогда мы будем тохнуть очень часто, потому что видишь, у меня красная и еще при этом подвисает. Ну. Там, понимаешь, там два этих варианта. Ну, их убивать-то в любом случае надо. То есть их надо либо гасить, пока они не подошли, либо гасить после уворота. Вот. Но... Чем? Но при условии того, что да, у нас почти нет патронов, как бы. Я про это и говорю, что... Так, здесь есть дверь, но подожди. Это по типу, короче, собака-свины какие-то, я не знаю, короче, получается. Ну, как бы, вроде собаки, хрен пойми. А вот и они, кстати, по-моему. Я услышал. Знаешь что? Идите вы, короче, в задницу. Я пошел обратно. Ну, смех смехом, а двигаться надо. Короче, ладно. Хилимся. Или хотя знаешь, как сделаем? Похер. Вот они. Щабака. Вот на них, кстати, дробовик хорошо работает. Чё, ага? Чё ты с ножом хочешь? Ну, я говорю, дробовик понимаю. Хорошо, он на них работает, говорю, а ты с ножом хочешь? Там патронов мало. А я тебя просил сильно не растрачиваться на дробовик, ну ты же не слушаешь? Ну, это разбираться, нет? Ты, может, постреляешь, нет? Что ты будешь делать, когда по две, по три не будут идти, скажи, пожалуйста? Ну ты говорил уворачиваться, я уворачиваюсь. Я тебе еще раз говорю, по две, по три. Не по одной. А? Пердык собаки. Пистолет тоже вроде пока решает. Если попадаешь. А. А ты их ослепляешь, нет? Нет. Понятно, все. Я тебе говорю, ну, твоя задача орудовать по ним с дробовика. Чтобы они и глушились, и всё. О, нет, 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 нет. С дробовика это вот целишься, хрен попадёт. Носится как психованный. Я не понимаю, почему с нами ходит мужик, он ни хрена не помогает. Он помогает, он настреливает с пистолета. Вау. Он тебе пистолетные патроны экономит, если чё. Ну ладно. Нет, я с пистолета тоже буду. Вдруг там понадобится еще добавить. О! Псина! А ты-то чё в дверь смотришь? Псина. Может ты стрелять в неё будешь? Да я ее не вижу. Я ж тебе говорю, по массе фигач. Не смотри ты на дверь. Это моя задача смотреть сейчас на дверь. Ты
Ну такое. Ящик. Я хочу ящик. О, патроны. О, 10 патронов. Uh-oh. They're back. Здравствуйте. They must have been the island's residents. Why the hell would the overseer turn a whole island into whatever? Assuming she did. Подожди, это я, получается, собак сейчас буду отстреливать от кушать где-то наверху? А, нет, все нормально. Может быть, не знаю, слабо. Вроде не высоко, блин, ну чувак, давай, давай. А, ты не приметил, короче, я понял. Ты не приметил. А что, а чё я должен приметить? Я потом тебе скажу. Я видел, как бы там дверь, все дела. Не в этом плане. Я увидел, что у него зеленая, короче, ну да, на руке. Да. А у тебя вот, какое? У тебя какой? А у нас оранжевый, значит, у него антибиотик какой-то в крови, что-то типа этого. Ну... Как это правильно называется-то? Невосприимчивый к яду, к этому вирусу. Или, например, он во всем виноват, а... и сделал себе последнюю сыворотку. Узнаешь? Язык. Спирт. Не, язык. Ну что, не узнаешь русский язык, что ли? Ну, язык русский знаю. Ну, я тебе говорю, узнаешь язык? Я говорю, узнаешь язык, говорю. Я думал, какого-то специального этого чувака. Нет, я же тебе сказал, язык узнаешь. Что? Ну, вроде бы. А, кстати. Сейчас ты увидишь счастье и радость. Наконец-то. И для меня, и для тебя. Калаш. Нет, пожалуйста. Я тебе говорю, калаш, а он калаш для, там, калаш да, для Барри. Калаш для Барри в любом случае. То, что здесь темно, для меня это уже несчастье. Тихо, тихо. Не суйся раньше времени. Пистолетик возьми, его здесь хватит после. Снял. Я во всем замешан на БФП. Подожди, Светлана Белякова? А не она ли была? Надо будет пересмотреть. Смотри, сейчас покажу. Ладно, потом покажу. Не до того, не до того. Нам главное раньше времени не выйти из этого помещения. Перебиваем, лутаемся и потом только выходим, потому что здесь будет очень крутая штука. Чего вы такие дерзкие? У меня кровотечение. Давай, шо ты его. Угу, хорош. Бляха-муха. Давай. Да ты... Чё ты жирный-то такой? Все с двух ударов ложатся. А ты нет.
Бляха, мух, фонарик заканчивается. Есть, у робота. Лежать, мразь. Так, у нас жгутов нет, да? Это плохо. На. Но мы без медпаков. Фига ты сильный. Я о том и говорил, нам нужны аптечки. Видишь? То есть я потратил 90 на аптечку, на жгут. Но кровотечение я убрал, но как бы... Нам нужно нам в любом случае нужно выхилиться. Иди сюда. Патроны. Чтоб ты понимал. Так, я патроны нашел. Сзади. Иди, моя лапочка, иди к папочке. Надо моды будет снять с дробовика, если что. Я понял, как тебя достать? Твоя внимательность просто зашкаливает. Я сейчас что делал на кухне? Да, сейчас. И куда залез-то? Убери. Он мне залазит. Конечно, на кнопку для того, чтобы залезть, нажимаешь. Поэтому и залазит, наверное, не думал, нет? Нет, не-не-не-не-не, я нажимал на ту кнопку, которую надо. Она залазила. Ставь, чё. Привыкай к этому. Тебе этим потом часто придется заниматься. Ля. Да, есть, правда, разница. Ты дурак. Подожди, а у тебя, погоди, сколько оружия было? Три? Да. А, тогда ладно. Перезаряди этот, тапалку. А, тапок перезаряжен, да? Все. Да брось ты ее. У тебя сейчас, смотри. Двустволка у тебя с модами. Сейчас. Ну да, надо снять и на. Тапка у тебя без модов. Патроны на них одни и те же. То есть тебе двустволку лучше будет оставить в этом, скажи. Я тебя понял. В станке. Вот. Ну, станка у нас сейчас рядом нет, зато у нас есть уже запчасти, короче, получается. Вот. Одна штука. И еще там. Две, по-моему, или три. Я так понимаю, у ружья урон больше, а у этой тапки, которая там... Здесь тебе нет смысла от двустволки. Это я за время игры я уже понял, что ты с двустволки ты не умеешь шутать. Тебе нужна пятизарядка. Урон у них различается, но не намного. Ты решил вдаль с дробовика пострелять? Нет, я прицелился, смотрел. Толку-то прицелиться стрелять не будешь. Поздно. Маленькое. Кровотечение. Да. Угу. Лежи. Не вставай. Нет, я же говорил тебе, я тебе сразу говорил, делай рывки. Это же у нас принципиальный. Вот теперь живи без аптечек. Скорее всего, ты скопытишься. А, у нас жгуты были, да? На.
Там челик такой идет. Ешь, гуд. Так, про него говорил? Шустрый. Нет, я про собак говорил. Юхоп! Если здесь. Ну вообще, вообще шустрые, шустрые, которые. Которых Сэмки стреляют, это вот они. Вот это, вот это. Если. Я понял. Если вот это для меня трудно, че, блин, там в Zero ты говоришь. В Zero у тебя дается. Чтоб ты понимал, нож, который ломается. И пушка с 5 патронами. И все это на 10 зомбаков. Красная трава 4 есть. Вот как хочешь, так и крутись, короче. Дай мне красную траву. А, ну еще сам заберу. Вот. Понял, да? 5 патронов, 5 патронов и 2 удара ножом на 8 зомбаков. Принять. Вот как хочешь, так и крутись. Чтоб ты понимал, один зомбак убивается где-то с 2 выстрелов. Mm-hmm. Так, он там мужик какой-то. То есть твоя задача просто дофига как жить. В любом случае. А, и плюс сохранение там только в определенных местах. При определенных условиях. То есть тебе нужно носить с собой ленту печатной машинки и сохраняешь только у печатных машинок. Если у тебя закончилась лента для печатной машинки, ты не можешь сохраняться. Собака. Я вижу, я у меня тяжелая дробящая, поэтому я не могу особо сильно. Не трать, не трать, не трать, пофиг. Лишний раз приманивать это говно нам не надо. Нам, конечно, я просто... О, подожди, у нас есть еще? А, что-нибудь... О, есть, нормально. Короче. Делаем так, дай мне, короче, вот это чудо. О, спасибо. Так, задача... Какова? Задача сейчас моя. Я на геймпаде не кидал гранат практически, поэтому... не стреляй в него сейчас, не стреляй. Я вообще спрятался. Браток! Лин. Собака сзади. Да, я слышу уже. Блин. Вот за что я люблю ловушки. А, он не умер. Блин. Просто как по мне, ловушки и огонь это самое топовое, что здесь есть. У тебя кровотечение. Я сделаю, подожди. А, не сработал? Ладно. Нет. Трава просто работает обычно. Ладно, окей. Пофиг. Чё, нет жгутов? Нет. Ты же мне один только дал. Так у нас было 3, если чё. Видимо, все закончились. Ладно. На, забирай жгуты. У тебя со жгутами беда постоянная. Да. Блин, не юз... Не трогай, ёб твою медь. Ты вокруг мобов видишь или чё? У тебя граната в заднице. С выдернутой чекой. Так. Тягай давай. Чё, не будем вокруг осматриваться? Тягай, тягай, я осмотрюсь. Не тягай. Чё, ещё надо тягать? Думай, 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 думай. Тут головоломка-то изичная.
Нам надо попасть в автобус. Тут стоит два ящика. Вспоминай игру на телефоне, этот грузчик, который ящики двигал. Добро пожаловать. 4 патрона осталось в этом рюкзаке новом. Это печально. Да. Тик-то, мужик. Да, со зрением у тебя вообще минус 10. It's that girl. We saw her in the prison. She has a bracelet. You think she's part of the experiment? The overseer is trying to scare little kids too. Да, это редкостная шиза. Давай, а, хорошо. Так. Да, тебе нужны патроны. Сильно. Тут под лестницей, кстати, это, по-моему, медалька лежала, если что. Ну, если кто не в курсе. Вот. Я не в курсе. То я держу в курсе. Кто будет проходить, допустим, кому. Опять же, на платину. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой здесь разделимся. Что-то мне подсказывает, что сколько сейчас времени. А, ну... Я скажу. Ну, так, мы уже 13:32. Да, я вижу, вижу, у меня часы рядом. Короче, давай тоже закончим, как раз серия на 27 вроде минут у нас что-то такое выходит. И тогда, наверное, еще серийку, и в 2 часа я пойду по делам. Давай. Вот. Ладно, в общем, всем удачки, всем пока. У нас начинаются веселые похождения в очередном помещении. Начнутся в следующей серии. Некоторые из нас убиты вообще в край. Да, с вами был Тимон и полумертвый Эпик, которого, возможно, я добью за кадром. Если вдруг я в следующей серии буду проходить соло, знаете, он умер смертью трусов. Героя. Смертью трусов, я тебе сказал. Все, ладно, всем удачки, всем пока. Бутылка бахнула.